Друзья, всем здравствуйте, всем я очень рад. Меня зовут Павел, и вы на канале «Рыбное место». Сейчас без 15:04 утра, и мы идем, как вы поняли уже, на рыбалочку. Сегодня мы идем опять на наши местные пруды. До этого у меня было две попытки половить карасика. Первый раз я не увидел ни одной поклевки. Второй мой выход на рыбалку, я поймал 5 карасиков с ладошку. Вот сейчас иду третий раз пробовать удачу. Сегодня мы договорились пойти на рыбалку вместе с Александром Васильевичем. В 4 часа утра он меня должен ждать на самом верхнем пруду. Ну и, собственно говоря, будем пробовать половить карасика. Ловить сегодня будем на поплавочные удочки. Из насадок сегодня у нас червь, опарыш, перловка, манная болтушка, ну и, собственно говоря, хлеб. Смотрите дальше, не отключайтесь. По ходу приближения к цели, друзья, место нашей дислокации меняется. Сейчас позвонил Александр Васильевич и говорит, что то место, которое мы планировали сегодня занять и где, собственно говоря, ловить, уже занято. Так что мы идем на второй пруд. Будем пробовать удачу там. Сегодня до полудня синоптики нам обещают комфортную погоду. Ну а дальше обещают дождик. Мы планируем порыбачить где-то до 8-9 часов утра. Ну а там как пойдет. Рыбачков что-то сегодня вообще мало. Приехал Александр Васильевич, опять не готов к рыбалке. Ну давай, меньше. Привет. Подставки. Пожалуйста, берите. Вот где подставка. Ну, еще с собой. Еще одну? Конечно. Так. То есть ты модернизировал? Шестерочку. Хороший велосипед. Ну ты смотри, чтобы по наследству перешел. Ну, давай плыви. Вот до самой поплавки надо плыть. Нормально проплыл. Дистанцию проплыл. Так, не путаем снасти, дорогой товарищ. Опа, и сам отцепился. Ну что, первый такой, дружочек, в грязи весь. Так, у тебя покрупнее, Васильич. Да, карасик покрупнее. Хороший. Эй, ребята, давай-ка быстро проплываем. Ну-ка. У Васильевича очередной карась. У меня что-то пока тишина. Было парочку поклевок, но мимо. Смотри, хороший такой. Второй или третий? Второй. Ох, тебе как хорошо, мои поплавки-то видно. На что поймал? 3 опарыша? У тебя опарыш какой крупный. Дать? У меня пока тут еще там, ну, попозже, может, возьму. Так. Ну, вот он, товарищ. Кузовок. Ой. Пробовал звездочки одевать, анисовые, ванильные, подкреплял опарышем. Уже попробовал пенопласт с опарышем. Нифига. На просто опарыш тоже поклевки редкие. Но вот когда с чесноком, вот такой вот дипчик. Опарыш и дип чеснок. Ну, пролетают какие-то поклевочки. Ух ты! Сход. Сход, поклевочка была хорошенькая такая. Ну, сошла. Ну ты видел, как потащил? Нет? Надо было смотреть внимательней.
Так. Я тут позарился на трех опарышей и гиб карамель. Так, еще один товарищ позарился опять на карамель. Так, еще один на ириску. И у тебя тоже без ириски? И это хорошо. Ну давай, давай, давай. Ешь наживку. Ой, господа, ключик вроде подобрался к вот таким карасикам приятным. Старенький дип уже осталось на донышке, но действует. Их, опа! Карась какой небольшой, но бойкий, а! Прям приятно тащить. Небольшой сковородничек, но приятно тащить, очень. О, поймал, Васильич. Тут что-то затишье прям какое-то. Какой же ты бойкий-то, а! Чуть со стула не упал. Ох ты! Цоп и сразу бежать в кусты. Ох, какой! Отвалился. Эй, товарищи, а ну быстрее приплывайте. У меня поклевка там практически уже. Ни стыда, ни совести. Так, у меня вроде поклевочки. Ой, немножко потянуло водичку. Опа. Ну это даже лучше. Когда насадка движется над дном. О, тут целое семейство уже прилетело. Все собираются. Все утки с пруда. Все, ребята, надеюсь, вы наелись на полчаса. Не будете по плавкам плавать. Подсадочек надо брать, Васильич. Ну давай, хвались. Ну все, нормальный карасик. Ну у тебя уже десяток, наверное, есть. Может побольше чуток. Хороший карасик. У меня? Ну может на несколько особей. Я их тоже не считал. На несколько десятков? На несколько десятков особей, да. Немножко у меня побольше. Сейчас давай полчасочка посидим, да будем потихоньку собираться через полчаса. Солнце, конечно, жарит уже неимоверно. Да и рыбы уже достаточно на жареху. Ух ты! Нет, подожди, не надо. Вот это такой карасик. Бойкий. Не, он такой покрупнее, это, смотри-ка. Ой, какой карасик.
момент. Давай. Я не вижу, но снимаю. Полтора метра от тебя. Вот такая вот рыбеха, друзья. Это за целое утро. Ну, я думаю, десятка два есть. То есть это хватит на сковородочку, на противень с лучком, со сметанкой. Будет очень вкусно. С укропчиком. С укропчиком, да. С зеленым луком. Да. Молодец. Ну, можешь и поперечь. Вот, друзья, вот такая вот рыбешка. Сегодня карась поклевывал. Правда поклевывал? Ну, конечно. Сегодня поклевывал. Хотя молодец, все, молодец. До этого было две рыбалки пустые. По одному, по два, пять карасиков и все. Ну, друзья, вот такая вот вышла, я бы сказал, коротенькая утренняя рыбалочка, на которой мы все же нашли ключик к нашему деревенскому карасю. Карася я поймал на жареху, это точно однозначно. Даже на противень жареных карасиков в сметане и с луком. Друзья, подписывайтесь на мой канал, там ждет вас масса увлекательных видео о моих туристических поездках, о моих рыбалках, о моей домашней небольшой столярной мастерской. Всем пока, кому понравилось видео, ставьте лайк, кому не понравилось, пишите, что было не так. Друзья, всем пока, увидимся на рыбалке. Всем пока.